Вот мы сейчас приближаемся к вновь выстроенному храму в честь иконы Казанской Богоматери. Здесь стоял храм. Но Никита Сергеевич Хрущев, он как-то сподобился приезжать к морю здесь, по этой улице, посмотрел Грозно, и приближенные поняли, и скоро церковь была снесена вскоре. А вот это современное здание, и вы знаете, очень многие люди заходили вот в храмы и жертвовали, потому что в печати появилось вот такое воззвание, все желающие, чтобы церковь была воздвигнута вновь на этом месте, они могли бы пожертвовать. И я тоже помню, какую-то небольшую сумму денег пожертвовала в центре Александра Невского. И вот появилась совсем недавно эта церковь. Какие нежные купола. 12 куполов плюс один. Один это Иисус Христос символизирует купол. И 12 его апостолов. И гамма, голубая небесная. И золотой купол, он возвышается. И в византийском стиле. Мы сейчас подойдем под лист. Но вот в византийском стиле как-то все прорисовано, да, в нежных тонах. И вот я недавно читала, ну не знаю, насколько, может, это легенда, что вот в ноябре 1941 года Сталин дал приказ, его личный летчик Голованов, он облетел тоже с иконой вокруг Москвы. Только вот вопрос, или с иконы Казанской Богоматери, или с Тихвинской иконы. Вот это под вопросом.